2 миллиона рублей минимум стоит? Да. Сейчас посмотрим. Ух ты, что за... О, все. 47-й год, 5 копеек. Нет, конечно, это не настоящий. Не настоящий? Да. А как вы определили так быстро? А вы как думаете? Ну, секрет этого ваш, наверное. Я думаю, что она похожа. Я же не специалист. Ну, вы же пришли к специалисту. Ну да, потому что мне предлагают ее. Предлагают купить вам, да, чтобы вы купили? Да. О чем? Ну, 2 миллиона как раз и говорят. 2 миллиона стоит настоящая, а это стоит, может, 100 рублей, может, 200. Никакое отношение к подлинной монете это не имеет. Вы знаете, 47-й год, там все дорогие, любой номинал. 47-й год самый редкий, не включая 34-й щитовик. Это даже не то, что копия, это даже не хорошая копия. Так что вы отдадите 2 миллиона рублей, лучше кому-нибудь подарить. Я не отдам, конечно. Никакого отношения это к монете не имеет. Спасибо, разочаровали. Нет, ну я сказал, как есть, да, а там уже пожалуйста. Тем более, что вы так уверенно говорите, что это у вас не вызывает сомнения. Ну, я не в том возрасте уже. Если бы я сказал бы, если бы я сомневался, я бы сказал, я не знаю. Спасибо большое. До свидания. 2 миллиона рублей. 5 копеек, 1947 год. Чуть не кинули, блядь. Конкретно жизнь. Спасли человека. Бонжорно.